думала, может, часть успею, ну, всем хватит у меня все переработать. Думаю, ну ладно, что, накиснуть будет. Сейчас я это буду все, косточки вынимать. Представляете, сколько мне работы. Ну, что делать? Зато потом вкусно. Я это сделала, ребятушки, ребята. Смотрите, сколько косточки отобрала. Теперь вот на поддон. Желательно, конечно, ее прям вот так вот. Не знаю, терпения хватит у меня или нет. Сейчас, может, прям вывалю, да и все. Потому что. Целое ведро перебрала.